Андрей. А я разгляжу. Хорошо, сейчас очень короткий, он грустный анекдот. И попробуй мне потом докажи, что это пропаганда. Кстати говоря, в оригинале анекдота имеется в виду журфак. Студенческая аудитория, там на Камчатке, на самых последних рядах, на столе надпись «Я люблю Васю». Ниже под ней. «Расслабься, дура, Вася гей». Еще ниже. «Я не дура, я дурак». Все, пропаганда? Мы подумаем. Это было место встречи, которое...